В предстоящем патче 1.6 разработчики решили немножко упростить задачу ЛТшкам на Малиновке. Вот когда въезжаешь вот в этот нубокустик, сейчас на основном сервере тут растут всякие деревья. И они закрывают обзор, просвет вот на эту горочку, где обычно стоят вражеские ПТшки, СТшки. Сейчас разработчики эти деревья убрали. И появляется прямой открытый просвет на эту горку. То есть теперь с горки особо сильно не постреляешь. Для тех, кто хочет на этой горке все-таки постоять и подамажить, есть единственный вариант спрятаться от светляка. Завалить вот это дерево и уже прячась за двойными кустами, хоть в какой-то безопасности отсюда пострелять. Трудно сказать, хорошее это изменение или плохое. С одной стороны, это упрощение для верхнего респа, для светляка, он будет лучше видеть. С другой стороны, с этим в принципе можно жить, можно бороться. Посмотрим, как это скажется в реальном рандоме.